Здравствуйте, в эфире на телеканале ЛРТ Плюс итоговый выпуск новостей. Я Лариса Кириллова, и мы начинаем. Сегодня в программе «Вывод госконтроля. Административный аппарат нужно сократить». Новый сезон в арт-центре «Ротко» начался с грандиозного скандала. Уже в субботу в Даугавпилсе зажжется одна из самых красивых елочек Латвии. Административный аппарат новых краевых самоуправлений, созданных в ходе административно-территориальной реформы, по-прежнему остается раздутым. К такому выводу пришел госконтроль. Данная претензия была высказана в том числе и в отношении Аугшдаговского самоуправления. Подробности в нашем следующем сюжете. На этой неделе Аугшдаговский край оказался в поле зрения государственного контроля. В это самоуправление с инспекцией пожаловали главные ревизоры страны. Цель аудиторской проверки – дать оценку результатам административно-территориальной реформы. В рамках этого ревизионного цикла госконтроль уделяет внимание таким вопросам, как реформа административного ресурса, то есть насколько велика в новых объединенных самоуправлениях структура административного аппарата, сколько на самом деле необходимо сотрудников для выполнения той или иной работы и так далее. Второй вопрос заключается в следующем. Какие изменения после реформы произошли в муниципальных обществах капитала? То есть, возможно, какое-то предприятие следует сохранить, а от какой-то сферы деятельности следует отказаться, предоставив эту возможность коммерсантам. И в-третьих, наша цель – ответить на вопрос, как в ходе реформы был налажен диалог и проходили коммуникации с жителями. Не секрет, что изначально к административно-территориальной реформе относились с опасением. Одно из них заключалось в том, что создание большого края для жителей, отдаленных от центра властей, будет недоступен целый ряд услуг по причине того, что все муниципальные структуры будут оптимизированы. Этот вопрос сегодня находится в центре внимания госконтроля. Мы смотрим, какие решения в этом вопросе применяет самоуправление, какие варианты более приемлемы, какие категорически нельзя использовать на практике, насколько правильно были выбраны источники информации для оповещения местных жителей. И в этом контексте мы уделяем особое внимание диалогу самоуправления с молодежью и насколько этот диалог понятен молодым людям. Не секрет, что молодежь требует в общении с собой особого языка и особого подхода, и чтобы понять, как муниципалитеты вовлекали в этот процесс молодежь, коммуницировали с ней, в настоящее время проводится новый аудит. Говорить о выводах проверки госконтроля пока еще преждевременно, но, как отметил Эдгар Скорчагинс, уже сегодня очевидно, что административный ресурс в Аугшдаговском крае слишком раздут. В Аугшдаговском крае, оценив пока только 4 функции самоуправления, это сбор налога по недвижимости, регистрация актов гражданского состояния, финансовый учет и юридическая поддержка, мы считаем, что есть возможность сократить большее количество ставок. Фактически, в таком большом административном аппарате нет необходимости. Конечно, самоуправление должно оценить эти вопросы с учетом индивидуальных моментов и затем принять свое решение, сколько работников им действительно необходимо для выполнения своих функций. Один из выводов госконтроля заключается в следующем, что административно-территориальная реформа является прекрасной возможностью, которую можно использовать в том числе и для сокращения бюрократического аппарата. Но здесь навряд ли данную историю можно назвать успешной, отметил Эдгар Скорчагинс, поскольку практически во всех новых объединенных самоуправлениях сокращение штата не произошло, и все остались на своих местах. А это значит, что у самоуправления была возможность сэкономить 1 300 000 евро, но они этого не сделали. Новый зимний выставочный сезон в арт-центре «Ротко» начался с грандиозного скандала, который вышел далеко за пределы Даугавпилса. И вот уже о цензуре в городе, которую якобы насаждает местное самоуправление, говорят политики, представители культуры и общественный деятель. И во всем этом хоре возмущения уже никто не слышит о том, что верующие и священнослужители считают аморальным глумлением над крестом, Иисусом и верой, даже если ты художник. Подробности далее.
Уже месяц назад, когда Гопилский арт-центр «Ротко» открыл свой очередной зимний выставочный сезон, в котором представлены 5 абсолютно разных вернисажей, на которых представлены разные формы искусства – живопись, скульптура, керамика, инсталляции. Все это разные формы искусства, и у каждого из которых есть свои почитатели. Но сегодня вся Латвия обсуждает только экспозицию эстонского художника Сандерса Рауцепа, которую он назвал «Смертельное желание войти в загробный мир». Вот только тема дискуссии вовсе не связана с мастерством или талантом художника. Нет, так вопрос уже никто не ставит. Сегодня в центре обсуждения Даугавпилсское самоуправление, которое посчитало необходимым изъять из экспозиции 3 работы эстонца. По мнению самоуправления, общественных деятелей и верующих горожан, а также священнослужителей, эти экспонаты унижают и оскорбляют чувства верующих. И как подчеркивает первый вице-мэр городской думы Алексей Васильев, ни о какой цензуре речи здесь не идет. Мы должны были на это отреагировать, и мы это сделали. Но не было составлено никаких административных актов. Ничего, мы просто поговорили с Марисом Чачко. Это своего рода была дискуссия, дебаты, и он сам признался, что наше даугавпилсское общество еще не готово к такой выставке. И он в разговоре не спорил, когда я спросил, что, может быть, нужно снять с экспозиции 3 экспоната, которые, на мой взгляд, оскорбляют чувства верующих. Речь шла только об этом, и речи о закрытии выставки как таковой вообще не было. Тем не менее, сегодня художественный мир Латвии опасается возвращения цензуры, и именно так творческие люди восприняли действия самоуправления. Алексей Васильев, в свою очередь, подчеркивает, что для этих опасений нет основания. Никакой цензуры не было, нет и не будет. И если цензура была бы, то никто не позволил бы открыть такую выставку. Но министр культуры, Латвийская ассоциация музеев в действии муниципалитета цензуру все-таки усмотрели. На защиту Мариса Чачки, который состоит в Латвийской ассоциации музеев, встала ее руководитель Зана Гринвальда, которая считает, что сложившаяся ситуация может дать неверный сигнал другим музеям и учреждениям культурного наследия. Если мы, как ассоциация музеев, позволим вмешательство самоуправления в работу музея, в работу по созданию экспозиции, значит, в будущем можно ожидать подобных случаев и в других самоуправлениях. Если сегодня это 3 произведения искусства, которые кому-то не понравились, то через неделю это уже может быть исторические артефакты или исторические экспонаты из недавней истории, которые какой-то муниципалитет призывает убрать из экспозиции или экспозиционного плана. Осуждая действия самоуправления, Ассоциация музеев Латвии направила письмо министру культуры, омбудсмену, министру охраны окружающей среды регионального развития, председателю Латвийской ассоциации самоуправления и председателю Даугавпилсской городской думы. В свою очередь, министр культуры Наурис Пунтулас предлагает рассмотреть этот вопрос на заседании комиссии Сейма по образованию и культуре. Во всей этой ситуации себя неловко чувствуют и сотрудники центра Марка Ротко, считающие, что их профессиональная компетентность поставлена под сомнение. Эта возникшая ситуация сподвигла на то, чтобы осознать свое место, миссию, цели, задачи, для кого мы проводим такую значимую общественно-культурную работу, потому что все эти сомнения влияют и подрывают не только меня как руководителя, но и коллектив в целом. Мы начинаем думать, а действительно ли мы как профессионалы не до конца понимаем, что делаем, чего хотим достичь в своей работе. Да, у самоуправления есть право на свое мнение, но в каком-то смысле это не должно приводить к такой ситуации, когда с экспозиции убирается часть экспонатов, и этого нельзя допустить в будущем. Марис Чачко уверен, что подобные ситуации могут негативно отразиться и в целом на работе арт-центра, поскольку другие художники могут воспринять ее как знак того, что их творческие идеи тоже кому-то придутся не по душе. Заса – это небольшой населенный пункт на территории Екапелского края. И вот уже несколько недель единственная здесь аптека закрыта. Ближайшая находится в Екапелсе, чтобы доехать до которого необходимо преодолеть 35 километров. В Думе говорят, что патовая ситуация возникла из-за отсутствия фармацевта и обещают решить вопрос в ближайшее время. Причины для встречи жителей поселка Заса с руководством Екапелского краевого самоуправления на сей раз стали не коммунальные проблемы, а фармацевтические. Для этих людей закрытие единственной в населенном пункте аптеки сегодня – это вопрос жизни и смерти. И сейчас они вынуждены ехать за 35 километров, чтобы купить лекарства в Екапелсе.
Мы не знали, что аптека совсем прекратит свою работу. У стариков пенсия такая, какая есть, и фармацевт Инна сошла нам навстречу, продавала лекарства по частям. Теперь у нас очень большие проблемы. Во-первых, нужно ехать в Екатеринбург. Следовательно, нужно потратить полдня, а также дополнительные расходы на дорогу. ЗАСС «Аптека» – это акционерное общество, единственным собственником которого является самоуправление. Сейчас идет процесс отчуждения долей капитала этого предприятия. Все время звучало мнение, что мы занимаемся хозяйственной деятельностью и что мы должны отказаться от этой сферы, передав ее в частные руки. Мы провели один аукцион, интереса не было, второй аукцион. Нам сказали, что мы слишком много просим за наши активы. И все-таки одно предложение было подано, но, увы, с опозданием. Но в любом случае аптека не должна была быть закрыта. Аптека должна была работать каждый день, как и работала до сих пор. Причиной закрытия аптеки является уход фармацевта с работы. В настоящее время идет поиск другого сотрудника с соответствующим сертификатом фармацевта. Буквально только что поступила одна заявка, что готовы приехать и работать. Но в жизни человека произошло что-то неприятное, из-за чего он попросил у нас дать возможность подать заявку чуть позже. Местные власти не теряют надежды, что новый фармацевт сможет приступить к работе в ближайшее время. И уже в этом месяце аптека снова откроет свои двери для клиентов. По числу новых случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией Латвия находится на втором месте среди европейских стран. В прошлом году в государстве было зарегистрировано более 200 новых случаев ВИЧ, и в настоящее время в Латвии констатировано около 8000 зарегистрированных случаев ВИЧ или СПИДа. Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Риге, Курземе и Земгале. Увы, люди по-прежнему боятся быть откровенными и говорить об этой проблеме. А если они не лечат ВИЧ, то уже становится угрозой для других. Негативная тенденция заболевания связана и с тем, что часть общества все еще мало образована о рисках инфицирования ВИЧ. Именно этой теме 1 декабря в Даугавпилсе был посвящен Brain Ring, участниками которого стали школьные команды. За интеллектуальной игрой следила и наша съемочная группа. 1 декабря в мировом календаре значимых дат отмечено как День всемирного борьбы со СПИДом. Этот день не носит праздничный характер, и его главными целями являются актуализировать данную тему, привлечь внимание общества к борьбе с этой чумой 21 века. 1 декабря в Даугавпилсе в средней школе дружественного призыва прошел Brain Ring, главной темой которого стала борьба и профилактика ВИЧ-инфекции. Организатором этого мероприятия выступил Даугавпилсский комитет Латвийского Красного Креста, а его участниками стали команды практически всех школ города. Этот конкурс очень многие годы у нас является как приоритетным в образовании молодежи. В Красном Кресте много добровольцев, и они обязаны знать и иметь правильные знания, не основываясь на мифах, а правильно донести до молодежи эту информацию. Сегодня в нашем зале присутствует 10 команд. Несколько школ представили по 2 команды, и это очень радует. Значит, есть заинтересованность и важность этого мероприятия. К сожалению, данные латвийской статистики не радуют. В год регистрируются сотни зараженных ВИЧ-инфекцией, и в последнее время увеличивается число инфицированных среди молодежи. Проблема очень актуальна. Заболеваемость высокая. Каждый год более 300 человек, по последним сведениям 250 человек, являются первично инфицированными, но инфицированы ВИЧ-инфекцией. Соответственно, мы понимаем, что до того момента, когда человек узнал, что он является HIV-позитивный, проходит инкубационный период, за это время он может заразить еще несколько людей. Поэтому действительно проблема актуальна. Люди ходят и не знают, являются ли они ВИЧ-позитивными. Поэтому мы всех сегодня приглашаем подумать о том, сделать анализ. В Латвии Сарканокруста организация можно сделать анонимно, бесплатно анализ. На первый взгляд кому-то может показаться, что Brain Ring на заданную тему – это заурядное мероприятие. Но, глядя на этих ребят, становится очевидно, что им это интересно и что они владеют материалом, пускай и не на 100%. И что важно, эти молодые люди убеждены, что говорить с ними на такие темы необходимо.
Подросткам нужно знать, что такое СПИД, как им можно заразиться, какие последствия могут быть. И я думаю, что сегодня в группе риска находятся молодые люди, которые являются необразованными в сексуальном плане. Другое дело, что для многих моих сверстников разговоры об этом воспринимаются как скорее шутка. Но это важная тема, о которой необходимо говорить. Латвийский Красный Крест на эту деликатную тему говорит именно с подростками и молодежью, а также волонтеры этого международного добровольческого движения развеивают мифы о способах заражения ВИЧ-инфекцией. В обществе существует очень много мифов, информация о том, что можно заразиться ВИЧ-инфекцией, да, при походе к стоматологу, выполняя там маникюр, педикюр. На самом деле это не так. Мы знаем, как, да, и где можно заразиться, да. Как я уже говорила, это конкретная ситуация, когда через сексуальные контакты, через кровь, когда используется общая иголка, да, потому что вирус должен быть, ну, достаточно большое количество крови. То есть мы говорим о наркоманах. Да, это наркоманы, интравенозные наркоманы, которые используют много раз один и тот же шприц. У них, конечно, риски, это самые основные риски инфицирования ХИВ-инфекцией. СПИД в Латвии, он молодеет? Вот как раз сегодня поступила информация, что мы практически, получается, ну, на 150 человек меньше зараженных, да. Это, наверное, сказалось вот эта пандемия, когда была изоляция. Может быть, действительно, люди меньше контактировали. Действительно, ВИЧ-инфекция молодеет, да, очень много заболевших среди молодежи, которые долгое время не знали, что они инфицированы. Поэтому наша задача привлечь внимание, уже начиная с 9 класса и не только с 9 класса, чтобы молодежь думала об этом. Ну а по итогам состязания первое место заняла команда польской гимназии имени Пилсудского, на втором оказались ребята из Даугавпилской технологической средней школы лицея. Третье место между собой разделили команда Даугавпилской государственной гимназии и средняя школа города государственного значения. Приближается самое волшебное время года – Рождество и Новый год. И несмотря на кризис, Даугавпилс продолжает готовиться к их празднованию. И с каждым днем наш город все больше погружается в сказочную атмосферу. И сегодня уже понятно, что в этом году Даугавпилс окажется во власти Снежной Королевы. Главную площадь города уже украсила удивительная елка, и белые медведи уже прибыли в Даугавпилс, чтобы вместе с горожанами встретить Новый год. Изменился и центральный променад. Осталось дождаться, когда он засияет в свете огоньков. Преобразятся и городские скверы, а в парке Дубровина вновь заработает новогодний фонтан. До 16 декабря во всех микрорайонах города также будут установлены живые пушистые красавицы и рождественская инсталляция. Ну а уже в субботу в Даугавпилсе будет зажжена главная елка города. Начнется мероприятие завтра в 16:30 с театрализованного представления для детей. Рождественская сказка «Пукайниши». Зрители ожидают встречи со сказочными персонажами, такими как зайчики и озорной волк. А апофеозом вечера станет зажжение праздничной елки города. В этом году Рождество и Новый год в городе пройдет под девизом «Рождество в Ледовом дворце Даугавпилс». Присоединяйтесь к празднику вместе с нами, создавайте праздничную атмосферу вокруг себя. И в завершении программы о погоде. В ближайшие дни ожидается морозная погода. Столбик термометра продолжит снижаться. И на следующей неделе временами будет идти снег. В ночь на субботу небо местами прояснится, но днем количество облаков снова увеличится. Будет преобладать медленный восточный ветер. Ночью температура воздуха достигнет минус 11 градусов, а днем уже поднимется до минус 3-минус 4. В воскресенье большую часть неба закроют облака. Ночью, начиная с юга, Латвию пересечет зона осадков, в результате чего местами снежный покров может увеличиться на 1-4 см. Преобладающим будет слабый восточный ветер. Ночью минимальная температура воздуха ожидается в пределах от минус 2 до минус 3 градусов, а днем от 3 до минус 5. В ночь на понедельник опять станет холоднее. Мороз достигнут минус 7 градусов, но холоднее всего будет в следующий четверг и пятницу. В эти дни по ночам мороз достигнет отметки минус 14, минус 17 градусов. В первой половине рабочей недели ожидается преимущественно облачная погода. Понедельник пройдет без существенных осадков, а во вторник страну Запада накроет новая обширная зона осадков, под влиянием которой как во вторник, так и в среду во многих местах пойдет снег. На этом все. Всем хорошего вечера. До свидания.